Всем привет! Вы на канале Дистиллят ТВ. Но сегодня будет у нас не дистиллят на дегустации. Надо поправить себя как положено, чтобы выглядеть в кадре классно. Сегодня будет чисто такой вот народный напиток, который у большинства людей на столах был в новогодние праздники. И вот и у меня тоже появился на столе. Я его не покупал ни в коем случае. Водку я не покупаю уже давно. Последний раз покупал я ее в Ессентуках, когда надо было шишку залить. Ну, шишки залить, да, эта шутка уже была, поэтому повторяться не будем. Кто хочет, вот здесь вот всплывет ролик, посмотрите. В этот раз ко мне попала вот эта вот премиальная водка, потому что действительно премиально ее считаю однозначно. Это одна из лучших водок, которые я пробовал в своей жизни. Это Коскинкорва. Мне ее подогнал мой кум. Степан, большое спасибо тебе за вот этот вот подарок. В ноябре месяце мы с ним встречались, он сам из Ростова. И он приехал в гости и мне подарил вот такую вот замечательную бутылочку. Ну и я неоднократно в своих видео на стримах говорил, что мне больше понравилась Коскинкорва, нежели Чистые Росы. Мы их сравнивали на его дне рождения. И все единогласно пришли к мнению, что Коскинкорва... Ну, помягче, поинтересней, если можно говорить о интересности водки. И поэтому сегодня, ну, чтобы расставить все точки над «и», мы продегустируем все это дело. Плюс у меня здесь зажаренная домашняя курочка с огурчиком соленым и с картошечкой. Все как положено. Один момент, конечно, я забыл попросить у своей супруги вилку. Руками в кадре я не хочу есть, поэтому... Дорогая, подай мне, пожалуйста, вилочку, я ж тебя просил. Сейчас магия произойдет в кадре, и у меня окажется вилка. Надеюсь, что она окажется не у меня в глазу, либо в плече, а в руке. Прости, любимый, забыла. Вот и все. Ситуация поправлена. Так вот, давайте нальем и продолжим разговор. Чистые Росы. Это все та же самая бутылка. Вот видите, как я здорово ее выпиваю, которая была у меня на дегустации неоднократно. Вот здесь плывет видео, посмотрите. Та же самая... Плохо открывающаяся крышка. Так, рюмашечку. Есть небольшой секрет для того, чтобы вам мягко заходила водка. Не старайтесь наливать слишком большую дозу. Доза должна быть именно такая, чтобы вот на один глоточек. И тогда все будет замечательно. Коскинкорву открываем. Фух, я уже испугался, думаю, открытая что ли была. Но нет. Оформление Коскинкорвы изумительное, восхитительное. Очень нравятся мне эти бутылочки. И когда какой-то юбилей, мероприятие у нас в семье, я свой дистиллят наливаю вот эти бутылочки, все одинаковые, выставляю на стол, и все восторгаются бутылкой, содержимым бутылки. Поэтому вот так вот. Водка это не коньяк, давать ему отдыхать долго не стоит. Давайте наколем огурчик, приготовим за себя закусить. И первую мы попробуем, да и вообще поймем, стоит ли закусывать эту водку. Или она самодостаточная, да, ее можно смаковать вечером возле диванчика, потягивая из большого какого-нибудь бокала пивного. И потихоньку свет в глазах потухает. Давайте начнем с Коскинкорвы. Ароматика. Классический аромат, но это, по-моему, органика у нас, это у нас так и есть, так и должно. Что у нас здесь написано? Да, оригинал. Это, ну, водка без всяких ароматизаторов, там, у них существует и клюква, по-моему, и смородина, чего только нету. И некоторые я из них пробовал, мне нравится чистая всегда. По ароматике водка водкой. Давайте, за Новый год, за ваше здоровье и всего самого хорошего. Мягенько, можно даже не закусывать, но мы закусим. Дорогая курица огонь, просто супер. Я как дирижер просто начинаю двигать руками. Как водка была хорошей, так она ей и осталась. Я скажу, еще добавлю, что на моем канале периодически будут возникать такие видео с водкой.
Но целенаправленно покупать я ничего не буду. Вот если приехали ко мне гости, что-то подарили, родственники, друзья, неважно, я буду подбирать какую-то пару для этой водки, чтобы они между собой какой-то баттл устраивали, и вы понимали, какую лучшую водку выбрать. А целенаправленно на канале, чтобы покупать, ходить водки, такого водку, такого не будет. Давайте к чистым росам. Ароматика. Водка как водка, да? Тоже аромат не ядерный, мягкий аромат водки. Ничего другого, классика. Давайте сделаем глоток за наше здоровье с вами. И та, и другая водка довольно приличная. Я бы не сказал в этот раз, что вот Коскин Корва заметно мягче. Нет. На одном уровне примерно. И если бы вот я пришел бы в магазин выбирать какую-то водку, и у меня была определенная сумма, я бы взял ту водку, которая окажется дешевле из этих двух. Все очень просто. И там вкусно, и здесь вкусно. С какой-то интересной закуской. С такой интересной закуской, как огурчик. Картошечка в духовке, запеченная с курочкой. Это все очень даже неплохо. Я думаю, надо сделать еще один небольшой тест. Чуть меньше дозу возьмем. И попробуем сейчас все это самое же проделать, только уже без закусывания. Напомню по ценам. Цена чистых роз около 1000 рублей. Коскин Корва стоит 0,5-700 рублей, по-моему, что-то такое. Дешевле она водка. И за счет этого, я думаю, скорее всего, к ней выбор и пойдет. Ну и плюс еще бывают новогодние скидки. Давайте, Коскин Корвы. Да, такое себе удовольствие смаковать водку. Все-таки я уже такой заядлый коньячник. И водка мне интересна только в каких-то больших компаниях. Под очень вкусную какую-то закуску. За ваше здоровье. Фух. Да, однозначно водки будут редко, но метко. За ваше здоровье. Ой, никогда так не делайте. Выпили и сразу закусите. Возле меня, вернее, от меня в метрах шести, наверное, стоит супруга. Наверное, потому что я сейчас уже плохо вижу. Возможно, это супруга. Либо я начал слипнуть от водки. Я шучу, я все вижу. Иногда даже слышу. Так вот, она спрашивает, как курица. Ну, а я уже ответил это, дорогая. Уже неоднократно тебя похвалил. Жена у меня очень вкусно готовит. Ну, вы, в принципе, можете видеть по моим щекам, которые, ну, такие объемистые довольно-таки. И я запьянел. Вот это точно могу сказать. Водка хорошая. Что дешевле из этих экземпляров, то и берите. Все очень просто. Пейте напитки только качественные, только в меру. Поздравляю вас всех с Новым годом, с Рождеством и со всеми праздниками, которые еще будут впереди. На этом я с вами прощаюсь. Хорошо, хоть речь отниматься не начала, но припьянел серьезно. Пейте напитки только качественные, только в меру. До новых встреч. Пока. Нет? Выключай камеру. Ты что, снимаешь, что ли? Thank you.